Маски мы можем снимать только в безопасной зоне до входа на пейнтбол. В ходе все сразу одевают маски и никогда их больше не снимают, даже в крайних ситуациях. Позовем рефери, мы вам всю маску протрем, вы будете снова видеть, снова играть. Заклинило оружие, вы зовете рефери, мы вам почти... И слышу, где-то растяжка пахнет, где-то пули летают. А мне я такой думаю, руку поднимать, потому что да, я один раз руку поднимаю. Вы же не подрывали растяжку? Вообще просто. Это не я. Я собираюсь подрывать. Скоро подрывать, кстати, с тобой. Тебе под ноги электрошокером по ноге. Тебе под ноги электрошокером. Просто кому-то вот туда. Да, я сидел. А, из ваших? Да, да. А где там лето? Что, тебе понравилось? Да, было весело и необычно.